Команда «Анапы» – сборная. В нее вошли волейболисты спортшколы «Олимп» и 10-й детско-юношеской спортивной школы. Ребята много тренировались на кону путевка в край, а там, возможно, и всероссийские соревнования. У Владимира Стельмаха, кроме школьного, есть свой личный тренер. Его мама – профессиональная волейболистка. Она мне говорит в корректировке, чтобы я хорошо нападал, хорошо подачу. Но она меня во всем поддерживает. Тяжело, но надо же пахать, чтобы выигрывать. Надо. Хороший коллектив, так сказать. Могут в трудную минуту поддержать, поболеть. Если, к примеру, подаешь, могут вытянуть мяч, к примеру, сложно. В Анапе развит этот вид спорта. В одном только Олимпе волейболом занимаются порядка 300 ребят. Уже в этом году женская волейбольная команда будет защищать честь города-курорта и края на первенстве мира. А 4 анапские спортсменки вошли в состав сборной России по пляжному волейболу. Готовятся дети очень добросовестно. В связи с тем, что зал хороший, условия хорошие, инвентарь хороший, все условия созданы. Поэтому у них очень хорошее отношение к тренировочному и спортивному процессу. По результатам 5 поединков у анапских волейболистов 4 победы. Они гарантированно выходят в финал. Какие еще команды поборются за главный приз, будет известно в субботу. Всего в финал попадут 4 команды. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.